Привет, друзья! Друзья, привет! Значит, сегодня мы приехали на дачу. Приехали мы без ночевки, буквально на полчаса. Нам нужно встретить доставку, поэтому видоса сегодня не будет. Но вот что будет, сейчас я вам расскажу. Во-первых, я хочу вам сказать большое-большое спасибо. Спасибо за то, что вы у нас есть. За то, что вы самые настоящие, живые подписчики, которым не наплевать, что у нас происходит на канале. В прошлом видео про вентиляцию мы сказали то, что мы не будем использовать вентиляцию Баста. У нас будет классика, то есть приточка и вытяжка под полком, приточка под печью. Вот, мы сказали то, что мы сделаем отверстие внизу и отверстие в стене. Ребята, нам столько прилетело, не негатива, а именно вот советов, то, что Антоха, очнись, Антоха, пожалуйста, изучи эту тему, Антоха, ты сейчас все испортишь. Вентиляция Басты, классная вещь, ты просто не разобрался. Да, ребята, разобрались мы, конечно, разобрались. Конечно же, я подписан на все эти каналы, естественно, все это прекрасно знаю. Почти все подписчики подумали, то, что у нас будет всего лишь дырка в стене, куда будет уходить воздух. Конечно же, это не так. Естественно, у нас будет труба, естественно, у нас будет тяга. Я не знаю, почему мы об этом не сказали в прошлом видео. Наверное, это как-то было очевидно, как оказалось, не очевидно. Но дело не в этом. Дело сейчас не про вентиляцию Басты, дело в вас. Потому что вы у нас реально, реально, ребята, огонь. Спасибо большое, это очень приятно. На этой неделе мы немножечко обленились и не стали записывать для вас новые видео, но порылись в архивах, в летних архивах, и достали видео, которое большинство из вас наверняка не видели. Сегодня у нас на ужин очень классный рецепт уличного стритвелла. Но не простой фастфуд, а мексиканский фастфуд. В классическом рецепте нужно использовать кукурузное тесто. Но у нас нет кукурузной муки, и поэтому будем использовать самое обыкновенное дрожжевое тесто. Но сделаем его своими руками. А теперь начинка. Нам потребуется говяжий фарш, свежая зелень, это петрушка, базилик, тмин и соленые огурчики. Для маринада красного лука нам потребуется соевый соус и бальзамический уксус. И, конечно же, немножко соли и перца. А пока лук маринуется, давайте займемся мясной начинкой. Для этого нам нужно обжарить фарш на сковородке и за 5 минут до готовности добавим красную консервированную фасоль и свежую зелень. Туда же засыпаем маринованные огурчики. Скалкой раскатываем тесто для лепешек и обжариваем на гриле буквально по 1-2 минутки с каждой стороны, пока тесто не станет золотистого цвета. Наши лепешки готовы. Теперь сверху выкладываем фарш, начинку и сверху присыпаем маринованным луком. Все, друзья, наши лепешки готовы. Это очень простое, быстрое, а самое главное, вкусное блюдо. Приятного аппетита!